утро всем. Хорошего дня. У меня такой вопрос. Вопрос дня. Линзы не буду надевать сегодня. Я вчера... Всем доброе утро. Удачного дня. Я вчера легла крайне рано, поэтому видеороликов больше не было. Вчера у мамы день рождения был. Много народу, много движухи. Конечно же, не хотелось снимать людей, которые не хотят сниматься в кино. Поэтому решили просто семейным праздником тихо, мирно посидеть. И без всякой фильмотеки. А поскольку я накануне спала всего 3 часа из-за маникюра, да, долго делается у нас маникюр, и потом на следующий день я делала пирожки всю ночь, потом там возникла у нас психоситуация одна небольшая, и в итоге я посмотрела на часы, время 6 час, и думаю, что тут спать, села, стала готовиться к работе. И в итоге получилось, что я поспала за 2 суток всего 3 часа, поэтому вчера я вырубилась очень рано. Сегодня встала, блин, ведь надо, чтобы мочка разгладилась. Очень много часов. Пересып! Вообще у меня возник вопрос. Линзы не буду вставлять. Глаза еще не отошли. Вопрос. Вот вы умеете делать что-то хорошо? Кто-нибудь из вас? У кого же есть таланты? Кто-то главный бухгалтер хорошо считает циферки, да? Кто-то там хорошо торты печет, кто-то еще что-то хорошо делает. И вы встречаете человека, который в этом не очень хорошо. Не такой сильный специалист, как вы, допустим. И вы знаете все тонкости, нюансы. И тут этот человек начинает там впаривать, допустим, свой торт. Какой-то кривенький, косенький, но он новичок, он не печет эти торты. У него просто так получается. И он начинает впаривать вам торт и так уверенно, как будто он вообще Ренат Акзамов, да, этот торт испек, у него самый лучший торт в мире, и он его впарит, но поскольку нет навыка, то вы сразу видите, что торт, что человек просто вот... Просто пытается из себя для какой-то цели что-то выжить. Или даже, возможно, он цель известен. Понимаете? Винить его в этом не имеет смысла. Вспоминается сразу притча про овца и бога, по-моему, я забыла. Осла и бога. Когда что-то там Иисус, я забыла даже, с апостолами шел в Иерусалиму по дороге, босые вот в этих своих одеяниях. И тут осел взял и легнул Иисуса. Тот посмотрел на него и пошел дальше. На что ему один из этих апостолов говорит, типа, ты что, говорит, не отомстил? Ну, это осел, дал бы вам пендаля. Он говорит, вот именно, говорит, это осел. Всего-навсего. Понял? Вот. Поэтому обижаться глупо. Не знаю, кто-то там, возможно, кто посматривает еще видосики сейчас на себя подумает. Не переживай. Не переживай. Где моя пудра? Чего я мажусь? Какой-то не той. Кончился тональный крем. Черта не голд. Да. Тональный крем был клевый. Пользовалась им. Орифлейм, да, Джордани Голд пользовалась 3 месяца. К сожалению, закончился. Но страдать не будем. Где пудра? А, опять я пудру куда-то запудрила. Это, а в сумочку пудра у нас. В1 Орифлейм тоже. А, кстати, знаете что? Я вчера, ну, ходила в мировой суток развод. Да, кстати, нас развели. Быстро. Быстро и спокойно. Кстати, больше всего, наверное, расстроились девчонки, которые разводили по работе. Потому что не чужие люди были знакомы. Я расстроилась? Нет, я не расстроилась. Я уже говорила, что я почувствовала облегчение. Мне нормально. Мне оказалось очень даже сносно, очень даже нормально. Где теперь эта вот пудрилка? Да, дело кисточку ума не приложу, блин. Ну, когда я макияж, я потерлась, в гараж не сделаю, да? Без этого я не хочу. Ресницы все повылезали уже. Как быть, что быть, до 29-го ждем, терпим. Значит, там, где я вчера была, девушка предпочла остаться в тайне, ну, чтобы ее имени не назвали. Подарили меня, поздравили с наступающим Новым годом.
помаду от Mary Kay. Это даже не помада, это лак для губ. Я вчера пробовала. На работе вчера накрасила. И я отвечаю, я до вечера вообще не смывалась. Вообще, она даже не подтерлась. Здесь вот это вот лак сам идет для губ. Это закрепить лака, чтобы, блин, глянцевый блеск был. А вот это вот, чтобы этот лак смыть. На самом деле, ощущения очень такие другие. Цвет мой, да, безусловно. Даже немного пощипывает и пахнет спиртом. Она будет так склеивать губы. Даже немного, а эти лак, да, лак для губ, он склеивает, чуть-чуть вот сохнет. Интересный опыт. А такой не было помады еще. Спасибо большое, Татьяна. Татьяна, спасибо большое. Она клевая, сейчас погодите. Ага, сидеть на закрепилку. И все. И все. Она даже закрепилку не испачкала. Прикиньте, какая клевая штука. Вот, смотрите, видите, кофе, кофе, кофе. И ничего. И абсолютно ничего. Лак для губ. Офигеть, спасибо. Я вообще в шоке. Мне так понравился. Благодарю. Очень приятно. На Новый год такой подарок. Классные. Они классные. Даже оставлю дома. Не имеет смысла брать с собой. Не растечется до самого дня. Вчера целый день проходила с ней. Так. Ресницы у нас что? Ресницы у нас такие останутся. С такими пока я ходим, подкрашивать не буду. Ничего не буду. Губы накрасила, это накрасила. Даже не знаю, что я там рассказывала. А. Потом пошла. Ну вот. Развелась одна, пошла. Бывший супруг не пришел. Как бы и ничего там такого нет, потому что спора, в принципе, и не было. Развелись, да развелись, разбежались. Потом у меня начались брождения по мукам. Это вообще оплата штрафа ГИБДД. Просто какой-то актунг. На руках у меня этот штраф уже был долго, неделю, наверное. Я пыталась его оплатить через приложение мобильное. Мне говорят, у ИН нет, такой не существует. Я пошла в Сберкассу, говорю, можно еще оплатить у вас вот тут вот этот штраф? Нет, говорят, у ИН такой не существует. Ну, я уже неделю хожу, когда этот УИН начнет существовать. Говорит, идите, пожалуйста, сходите в ГАИ, там скажите, что у них какой-то косяк, они вам исправят, и вы оплатите. Прихожу в ГАИ, говорю, так и так, у меня тут косяк, вот у ваш ИН не отображается. Ну что мне девчонки говорят, что нет, это не наш косяк, это косяк мировых судей. Я иду мировых судей, которые выносили постановление по штрафу. Говорю, у вас тут косяк, я не могу заплатить. Она говорит, нет, это косяк ГАИ. Я говорю, да блин, ГАИ сказали, что косяк у вас, в реквизитах для оплаты. Она сказала, на стене, говорит, нет, вот видите, вот тут все нормально, идите в ГАИ. Прихожу обратно в ГАИ оплатить штраф. Я говорю, девчонки, все-таки это у вас косяк. Там посмотрели, поискали, подумали, да, все-таки это у них косяк исправили. Говорит, можно заплатить завтра или сегодня. Но я думаю, ладно, еще зайду в Сберкассу по пути на работу и проверю, можно заплатить или нет. Нет, нельзя, сегодня пойду подальше. Гаишный штраф. Почему я? Потому что так надо. Встречались вечером с бывшим мужем, разговаривали, решали вопросы там по поводу встречи Нового года, финансовые вопросы решали. Как бы ничего уже такого особенного. Просто я один момент заметила. Он тоже, конечно, много моментов заметил. Общались нормально. Нормально. Да, как всегда. Он спокойный, я оскорбляла. Ну, типа того. Да. После этого пошла домой, вот я пошла домой, продолжили тут, посидели, чай дальше пили, маме день рождения, и я ложилась спать, я все уже не могла. Но сегодня, господи, я этого события ждала полторы недели. Кое-что произойдет, очень хорошее, очень классное, очень-очень то, что я ожидала.
Давайте одеваться и пошлите на работу.